Что там работает? Бой, горит пшеница. Почему наши не идут вправо? Мина. По-моему, они просто встали. Грохочет бой в стороне российской границы. Нас обстреливают минами. Уходим пока в зеленку. О! Они заметили колонну, обстреливают нас. Сережка, ты машину поставил так, как бы ее подальше. Так, наши идут на позицию под минометным обстрелом. А вот укры кладут мины. Продолжается. Очищаем от них границу Донецкой Народной Республики Российской Федерации. Вот бронетехника Донецкой Республики, Новороссии идет нам подкрепление к своим. Там за зеленкой поле. Поле простреливается украинскими минами и артиллерией. Но наши идут к своим. Так. Что делать, понимаешь? Откуда мы не занимаем оборону? Это что? Градовский осколок. Вот выстрел от града, не разорвало, а остатки. Кружок уже вырвал. Все видели. Такой прилетит, охуеешь. Вот так вот укры вдалбливают любовь к единству. Непонятно с кем, зачем. Это ж надо на такую балку взорваться. Всем тем, кто не согласен с киевской политикой. Так, про сосредоточим. Поможет это. Давай. Сейчас, если ливень пройдет, у крестьян горят там все поля, вот он его и потушит. Вот он чем поможет. Вот это еще раз подтверждает то, что Бог на нашей стороне. Вот, смотрите, включаются тучи. Утро начиналось солнечно и ясно, а теперь движется гроза. Как раз и наступает. Вон за бугром уже Россия. Сейчас не видно за дымом. Там церковь. Так что очень близко. Где-то порядка 7,5 километров. А
Это уже российские поля. Горизонт уже российский. Кожевниково — это последний населенный пункт, да? Да, Кожевниково уже последний населенный пункт. Последняя переправа перед Россией. Вон украинский терминал на Буросте. Он еле виден. Спасибо. Укровский танк? Да, вот здесь в районе Димитровки работало 8 укровских танков. 6 с одной стороны, 2 с другой. Один подбили, они отползли сейчас. Вот только что доложил командир расчетов Турса. Так, музыка войны.